В Мексике вооруженные бандиты атаковали патруль морской пехоты. В результате перестрелки погибли 6 человек, 5 злоумышленников и 1 морской пехотинец. Как передает агентство Рейтер, военнослужащие попали под обстрел во время патрулирования города в штате Синалоа. Вооруженные бандиты использовали штурмовые винтовки и автоматы Калашникова. Военные оказали сопротивление. В какой банде относятся налетчики, пока неизвестно. Добавлю, в штате Синалоа действует одноименный наркокартель, один из самых крупных в Мексике. В регионе зачастую вспыхивают столкновения между различными конкурирующими группировками.